Всем привет! Сегодня хочу сделать еще одно видео бутона роз, так как предыдущее оказалось не очень хорошего качества, поэтому повторюсь. Для этого мы берем крепкую бумагу, вырезаем два кусочка. Размеры зависят от размера конфетки. Ну, у меня это примерно 5 см и длина где-то 7 см, 6-7. Ну, для моей конфетки это такие размеры. Вы можете сделать немножко больше, меньше, это зависит от размеров конфеты. Вырезаем бутон, извините, лепесток для бутона. Так, лепесточки готовы. Теперь нужно их совместить. Один лепесточек мы должны выглядывать из другого немножко. Растягиваем их и вкладываем его внутрь в конфетку. Закручиваем лепесточки. Фиксируем все ниточкой. Теперь придаем форму бутончика, немножко выгибаем краешки лепесточков. Ну, немножко подрезаем, придаем более естественную формочку. Вот бутончик готов, вставляем шпажку. И делаем чашелистики. Вырезаем из кусочка крепкой бумаги также. Зигзагом вырезаем немножко шишелистики. Вот так, для следующего бутона ставим. Этот подклеим, немножко закручиваем. Более остренькие получаются, они более естественные, похожи на настоящие. Растягиваем и подклеиваем к бутону. Вносим клей. Подклеиваем. Закрываем это все тейп-лентой. Вот наш бутончик готов. Всем спасибо за внимание. До свидания.